Дякую, що залишаєтеся на цьому телеканалі. Ви дивитесь лайв-студію. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Цю інформаційну годину розпочинаємо з такої теми. Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав божевіллям дії одеського політика, який знімається на тлі танкера, не маючи до нього жодного відношення. Цитую допис Криклія. Що таке передвиборче безумство? Одеса, пляж, дельфін. Прямо зараз один місцевий політик, який сильно хоче бути знову переобраний, робить відеозйомку біля затонулого Дельфі. Переконаний, що буде розповідати, як сильно працював, аби підняти затонуле судно. І без нього взагалі нічого б не відбулося. Але ми добре розуміємо, що його цікавить виключно підняття власних рейтингів, а не танкера. Кінець цитати. Швидше за все, мова йде про Геннадія Труханова, адже мер Одеси зробив у соціальних мережах декілька дописів, а також опублікував відео на тлі танкера «Дельфі». Також на сторінці у Фейсбук Труханова Криклій поставив питання: «Пане мер, а до чого тут ви?» І далі на цю тему ми спілкуємося з журналісткою. З нами відеозв'язком Ірина Гриб. Пані Ірина, я вас вітаю. Добрий день. Коментуючи цю ситуацію, можна лише посміятися, я навіть не знаю, як зараз у вас, посмішка на обличчі. Я думаю, що і у багатьох, хто слідкує за цими заочними дебатами на Фейсбук, також, крім посмішки, нічого більше і не виникає. На самом деле Геннадий Леонидович Труханов, у него нельзя отнять одну вещь. Он умеет пиариться за бесплатно. То есть они умеют классно запустить социальную рекламу, которая вообще по стечению обстоятельств странных соответствует цветам партии, то есть цвета одесского флага. Они умеют отжать что-то там, например, велодорожки, да, трижды отменить тендер для того, чтобы выиграл Росдорстрой, и сделать из этого тоже пиар. Дом Русова, за который должны сидеть люди, они могут сделать как пиар. Краян, о котором я часто говорю, тоже теперь оказалось, что это у нас достижение. То же самое и Дельфи, которому действительно Геннадий Леонидович имеет крайне обосредовательное отношение. Для меня Геннадий Леонидович и Дельфи — это одна фраза. Когда-то на сессии Одесского горсовета, это было, по-моему, зимой, еще до карантина, он сказал: давайте объявим Дельфи мафом на территории города и снесем. Да, ну то есть таким юморцой он к этому отнесся. И понятное дело, что город ничего не делал. Меня очень сложно обвинить в любви и пиетете к Одесской облгосадминистрации, администрации, да, и в частности к главе Максиму Куцуму, но странно будет не сказать о том, что они писали письма, они качали эту тему, и в рамках своих полномочий они пытались что-то сделать. Можно как угодно относиться к Татьяне Михайловне Плачковой, но она реально работала над этой темой, она закидала письмами всех. Да, все работали. И тут в последний момент вдруг за бесплатно Геннадий Леонидович Труханов на последнем этапе говорит о том, что пацаны, тут вообще-то я все сделал. Это очередной пиар-ход, причем вот этот бесплатный, опять по бесплатному. Геннадий Леонидович любит так делать. Они очень редко тратятся на избирательную кампанию, а сейчас появилась возможность засветиться на уровне всеукраинском и тут еще подтвердить свой якобы статус мэра-хозяйственника. Куди ще більше світитися Геннадію Труханову на всеукраїнському рівні, ніж це є зараз? Ну да, на самом деле Геннадию Леонидовичу пора бы немножко умерить свой пыл и все-таки немножко по конструктиву поработать. Но я повторюсь, это пустые слова, которые, к сожалению, раньше работали. Сейчас они могут работать меньше, потому что мы живем в очень открытое время, когда абсолютно министр может действительно прокомментировать и спросить: извините, а вы тут вообще каким боком, если на то пошло? Потому что на Дельфи было сломлено столько копий, было столько потерь репутационных, имиджевых потерь, так много людей действительно работало над этой темой, рискуя,
том числе своей репутацией. И тут такой красавчик Геннадий Леонидович, ну, я думаю, что он наткнется на жесткую такую реакцию, в том числе и троллинг. Меня единственное радует, что плохо держать пары, я всем советую задавать ему вопрос, а вы тут, господин мэр, вообще к чему? Потому что есть темы, к которым Пиан тот же самый, например, о коммунальной собственности. Вот тут вот можем поговорить, Геннадий Леонидович, о разрушенных домах. Почему нет? Давайте пообщаемся, потому что по Делфи, ну, тут, да, тут вы, конечно, попытались сыграть, но информационные технологии, дай Бог, действительно, это сыграет с вами очень злую шутку. Я вам дякую за те, що долучилися до роботи лайв-студії на 7-му телеканалі. Ірина Гриб, журналістка, була з нами відеозв'язком. А зараз почуємо ще одну точку зору з нами телефоном політтехнолога Борис Тизенгаузен. Пане Борисе, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий. Думаю, ви слідкували за тими фейсбучними дебатами, якщо їх такими можна назвати, між Криклієм і Геннадієм Трухановим. Ось щойно вмикали журналістку, вона зазначила, що наразі пан Труханов буде піаритися на всьому, і навіть на тому танкері «Делфі». Як ви ось прийняли ось цю інформацію? Знаете, отсутствие правильной коммуникации со стороны государства, оно и дало возможность вот всем тем, кто причастен или не причастен, пытаться, скажем так, получить свои электоральные бонусы от этого. То есть если бы коммуникация изначально была правильная, да, вот скажем, год, больше года назад губернатор взял под личный контроль историю с этим танкером, если бы он нам периодически сообщал, ну, сделал бы такой понятный информационный сериал, потому что о неудачах тоже нужно сообщать. Ему бы наоборот сказали, ну, тебе же налог, ты же за наши налоги существуешь не для того, чтобы только хорошие новости. Вот если бы он постоянно сообщал, ситуация такая, там, перед курортным сезоном особый акцент бы сделал. Да, не удалось, да, другой способ. Все, он бы монополизировал эту коммуникацию. Как знаете, как Кричко в Киеве, когда вот карантин начался, он стал выходить каждый день и говорит, там, столько заболевших, я инспектировал больницы, я сделал то-то, я сделал то-то. Все. Он замкнул на себя, как городской глава, взял под контроль, замкнул эту коммуникацию. Этого со стороны губернатора сделано не было. Со стороны профильного министра тоже не очень хорошо. Только в последнее время, когда уже Зеленский там лично посетил и поставил какие-то сроки, которые тоже, насколько я понял, сорваны пока. Вот начали все включаться. Ну и так как местные выборы, побежали местные мэры, местные депутаты, кто-то на плюс коммуникации, ну, мол, я помогу, я это сделаю, это, как говорится, я тут приложил руку, а кто-то на минус коммуникации, смотрите, какая власть беспомощная, выбирайте меня, я смогу. Вот и все. И это лишь из-за того, что отсутствует понятная, четкая коммуникация со стороны центральной власти по этому вопросу. А що буде в тому випадку, якщо, припустимо, танкер не піднімуть до кінця цього року, тоді Геннадій Труханов усьому буде звинувачувати і міністра, і Кабмін, і так далі, мовляв, я тут ні до чого? Ну так, да, у нас же дуже швидко як міняють. Говорить, я от тут предложив допомогу, а вони не захотіли, тому вони без мене підняти не змогли, ну от ви мене зберіть знову, і тоді ми вирішимо цей питання. Ну, тобто, приблизно так це буде виглядати. І все ж таки, чим можуть закінчитися ось ці такі заочні фейсбучні дебати між Криклієм і Трухановим? Чи далі кожен буде займатися своєю справою? Діло в тому, що у них немножечко різна цільова аудиторія. Тобто, кому вони дають цей посил. Там Криклій посилає цю історію частично одеситам, але в більшій степені всей стране показывает, он же министр всей страны профильный, да, то есть показывает, что он там что-то делает, это не его провал, и вообще тут этот Труханов тут ни к чему, там мы справляемся с этой проблемой. А Труханов работает четко в свой одесский электорат. Вот и все. То есть разные целевые аудитории, они там редко где пересекаются, и плюс Криклию еще важно как-то сохранить лицо перед теми, кто может ненароком его уволить. Я сейчас имею в виду президента там, или офис президента, Кабмин, я в первую очередь премьер-министра. Поэтому здесь они отдают эти сигналы на разные целевые аудитории. Кто здесь победит, с
сказать сложно. Танкер на месте, вот когда они его поднимут и сдвинут, вот тогда тот, кто правильно откоммуницирует эту историю, тот и победит. Но я боюсь, что до местных выборов это может не произойти. А там уже Труханову неважно, поднимут его или нет после местных. Ось як спеціаліст, поясніть, будь ласка, такі технології з боку Труханова і його політтехнологів дійсно зможуть якось спрацювати на електорат? Звісно, звісно. Правильно завернути, правильно подати. То есть, вот противопоставить себя целому министру, например, да, центральной власти, и сказать, что смотрите, они не справились, у них есть бюджеты на это, у них есть и политическая воля, у них есть там ресурсы в плане силовые, то есть, чтобы этому судовладельцу быстренько там напомнить, что он должен нашему государству, чтобы он отказался от этого судна, там, и так далее, и так далее. У них все есть. А Труханов скажет, а у меня ничего нет, у меня есть вы, мой любимый электорат, моя любимая Одесса, мое там Черное море, прекрасные песни и так далее. Я просто, у меня болит сердце, не могу на это смотреть, поэтому я включился всеми силами, мы с вами вместе это сможем сделать. Вот он, что будет посылать. Он будет давать месседж объединения себя и одесситов, что давайте поможем этой центральной власти и сделаем то, что они не могут сделать. Я вам дякую за те, що долучилися до роботи лайв-студії. Борис Тизенгаузен, політтехнолог, був з нами телефоном. Зараз чуємо ще одну думку. З нами відеозв'язком народна депутатка України Тетяна Плачкова. Пані Тетяна, я вас вітаю. Добрий день, студія. Добрий день, Одеса. Ну що, можна сказати, лише лінивий політик не влаштовував собі саму рекламу на тлі танкера «Делфі». Ось долучився Геннадій Труханов. Невже так все погано у нього з рейтингами? Ну, якщо можна, я все-таки не про рейтинги, тому що, звісно, зараз кожен намагається використовувати всі можливі. Уже вчора ми всі знаємо, що почалася фактично вже передвиборна кампанія, і зараз кожен старається зробити все можливе для свого рейтингу. Якщо ви заметили, например, я вот в этот процесс стараюсь сейчас очень аккуратно, потому что я там с декабря, мой основной призыв был с декабря для того, чтобы включилось государство, для того, чтобы включилось АМПУ, для того, чтобы перестали играть с судовладельцем в игры и действительно к процессу эвакуации приступили профессионалы. На мой взгляд, 9 месяцев – это потерянное время, которого, к сожалению, мы не сможем вернуть, и то, что сейчас происходит, пробоины, этого всего или многого могло бы не быть, если бы эти работы начаты были бы давно. По поводу рейтингов, пусть рассуждают политтехнологи, это их, ну, как бы это их больше такая функция, да. Я сейчас стараюсь быть максимально объективной относительно самого процесса эвакуации, из того, что я вижу. Я, к сожалению, не вижу плана эвакуации, ну, кроме там громких заявлений и Кириллия, в том числе, и мэра, я юридически не очень понимаю, честно вам скажу, как, причем здесь мэрия, все-таки основным, кто сегодня должен заниматься, это администрация морских портов, Министерство инфраструктуры, которые не делали, подчеркну, это 9 месяцев, а должны были, и там действительно очень много к ним вопросов. Но моя главная задача, или там моя главная сейчас цель, чтобы танкер подняли с минимальными потерями для самого судна и для экологии Черного моря. Понимаю, почему нам не обнародуют план подъема, потому что вероятность его, ну, работы же происходили очень быстро, на пафосе быстро нашли бесплатных фирм, которые занялись этим, что поэтому, возможно, у них не было подготовленного плана. Я понимаю, что их ждет очень много сюрпризов во время поднятия и дальнейшей эвакуации. Хотя не до конца понимаю, если сейчас мы видим, что часть судна там режут и эвакуируют на барже, каким образом будет происходить эта там эвакуация. Но это опять-таки вопрос к профессионалам, которые мы должны узнать от них. А должны были мы от них узнать это именно планом
эвакуации этого судна. Поскольку его нам не дали, мы имеем то, что имеем. Сейчас там все, кому не лень, ходят и рассказывают, что все к этому причастны. Я считаю, что мы причастны только к тому, что мы, например, каждый день кричали о том, что нельзя продлевать срок судовладельцу, нельзя, чтобы капитания морского порта заигрывала с судовладельцем, что нужно, чтобы государство в этот процесс включилось. Мы были услышаны через фактически 8 месяцев. Это поздно. Что делала мэрия в это время? Пыталась охранять пляж. Я вам показывала, как это происходит. Это отдельная история, я ее вообще комментировать не хочу. Ну, потому что мы все видели, что там происходит. Но сейчас действительно каждый... Я благодарю, на самом деле, каждого причастного, реально причастного к этой истории. Вот на момент, на сегодня, несмотря на то, что у меня ко всем к ним есть очень много вопросов по поводу предыдущих 9 месяцев, потому что предыдущие 9 месяцев это была абсолютная халатность. Я могу, вот исходя из того, что я вижу, вот пока я была в Одессе, я буквально только позавчера приехала в Киев, я смотрела, как это происходит. Мне все-таки кажется, что сроки, которые нам сегодня называют, они несколько, они хотят, чтобы это было в эти сроки. Но мне кажется, что сроки будут несколько более длинными, потому что процесс будет действительно тяжелый. А там пусть как бы... Я не видела, например, согласия порта Черноморск. Возможно, я чего-то не знаю. Я сегодня отправлю обязательно запрос, потому что по моей информации ни один порт не хотел, чтобы это судно к ним эвакуировали, потому что не понимали, что с ним дальше делать. Но в любом случае его нужно эвакуировать. И дай бог успех той операции, которая сейчас продолжается, я все-таки очень надеюсь, что кроме пиара, поскольку за последние полгода это действительно стал политический кейс, а особенно за последние 3 месяца, когда реально начались работы, хотя мы прекрасно с вами понимаем, что в декабре, в ноябре разлив нефти, загрязнение Черного моря, многие сейчас эксперты рассказывают о том, что фактически мидии и все как бы живность, которая там находится, их нельзя есть, потому что нужно сначала исследовать. Об этом сейчас никто не говорит. Сейчас есть спасательная операция. Согласно, давайте закончим спасательную операцию и потом обязательно будем еще высчитывать ущерб по нанесенной экологии Черного моря, нанесенной там имиджу порта и в том числе искать виновных. Вот за 9 месяцев я считаю, что здесь очень много... Спасибо, пані Тетяно. Я вас почув. Дякую, що долучилася до роботи лайв-студії. Тетяна Плачкова, народна депутатка України, була з нами відеозв'язком. Ну і далі я вже готовий повністю передати слово моїй колезі Ользі Гвоздицькій, яка знаходиться у сусідній студії разом зі своїми гостями.